А, глянь, он на туре ловится. Вот так ты. Сука, дурак. Это жестко, ни одна муха от меня не уйдет теперь. Так тебе прихлопнуть хочется от твоих жужжаний. Прекрати, прекрати! Пошли со мной! Блять, пошли, сказал! Ой, мы приехали! Пойдем со мной, я отвезу тебя домой и помогу подготовиться к путешествию. Нет, отпусти, блять! А! Отпусти, сука! Я не хочу! А, я все собрал. Вези, мать. Вези меня куда хочешь. Опа. А вы что тут, ребят, делаете? Подожди, а что ты хочешь сказать? Я сейчас позвоню в колокольчик. Вы мне тут все сбросите? Ушли. Видимо, поняли, что пизды получится, если тут мне помешают сейчас. Ой, нет. Зачем? Сука, вот так надо было звонить, да? Вот так, прям отлично пришли. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Я тебе всех отдал? Я просто принцесса. Мне нравится, это хорошо на меня смотрится. Ой, я тебе коричневый. О, сливаюсь с местностью, ты посмотри. Коричневая принцесса. В таком состоянии он никуда не полетит. Дай-ка я все исправлю. Ну, так с этого начинать надо было. Утречка, ты на канале Genta Games, где мы с тобой играем в разные игры. Это Webbit. И сейчас, прежде чем пойдем вот в эту область, зайдем кое-куда. Наконец я дошел до этого места. Тут осталось просто одну паутинку найти, а она вот она, вон наверху, прикинь, вот она. Последняя паутинка. Вероятно, хорошо, я сдаюсь. От тебя не спрячешься. Вот, держи свой приз. Поздравляю тебя, победительница игры в прятки. Спасибо. О, надеюсь, и золотые паутины сделали. Оплеши. Вот, молодец, молодец. И что ты мне дал? Что это такое? Где это? Вот оно. Что это такое? А, я теперь как ты стал? Такой крутой. Так, все. Нашелся. Все, теперь побежали обратно, куда нам нужно. Так, теперь нам нужно перейти на ту сторону. Я знаешь, что заметил? У нас паутина желтая. Прикинь, желтая паутина. Я уверен, что есть, видимо, какие-то такие пауки с желтой паутиной. Значит, для чего это тут такое делать? Тут есть достижение разбить все вещички? Как их? Блять, мы в жопе. Все ветки. Забыл слово ветки. Да что такое? Почему он не поднимается? Вот, наконец-то. Наконец-то, куда-нибудь, ну что такое? Ладно, давай. Ну так, отлично. Так, а где же там у них вход-то? Я что-то не помню никаких ходов. Так. Не то. Ага, вот так. Вот, подожди, это оттуда мы пришли до этого. Туда, вниз, вот так. Мы же тут были. Или отсюда можно пробраться к ним? Я что-то не пойму. Куда лезть-то? Нет, это самое начало, это не то. А где? А, вот походу дырка какая-то, слушай. Походу там какая-то дырка.
Да чтоб тебя. Ну, пожалуйста, ну что-нибудь сделай. Какой кошмар. Уже ж так все хорошо получалось. Что произошло? Так, давай сюда. Вот здесь должен быть вход. Вот он, в грязь. А-а-а, понял, прикол, тут все будет в грязи. Фига, вот тут музычка играет. А я слопал тебя. Так, ну тут будет большое количество мух, я уверен. Я в этом уверен. Да, но здесь будет сложно. Здесь будет сложно именно из-за того, что везде грязь. Ой, а что это она? Сыпется, смотри, сейчас еще завалит. Ой, как красиво, глянь, тут вообще, вау. Даже речушка будет. Ну, слушай, в целом неудивительно, что я тебя вижу. Опа. Да, видишь, все, мы теперь тут только вот так делать. И какие-то тут шипящие звуки. Так, вот так, молодец. Ну, я так понимаю, что это ребята последние и... Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Это ребята последние и... Начнется уже именно... То есть дойдем мы до этой птицы, которая там нашего паучонка забрала. А как же мне теперь подняться? Я что-то не пойму. Так. Нет? О, получилось. Супер. Но он не цепляется за... За... Цепочку. Он не цепляется. Блин, ну ты что, разберись. Я думал, тут будет как-то полегче. Я хоть куда-нибудь там могу попасть. Хоть куда-нибудь. Нет, он не цепляет. Нет, он не цепляет. Ни за что не цепляет. То есть мне нужно попасть вот туда, наверх, да? Это мне нужно камни, камни тащить. Ну, слушай. Такими темпами это будет очень-очень долго. И он сразу скатывается. Ать! Ага. Так, давайте я вас всех сюда. О, камень камню. Давай вот так, да? Давай вот так, это должно получиться. Смотри, это гениальная схема. Это гениальная... Так, я что, сейчас зацепил? Это гениальная схема. Смотри. Я под ними сейчас буду подбивать. И они пойдут все. Пойдут все с... Собака, они идут, прикинь. Давай! Давай! Ну все, все пообломал, ты прикинь. Так, плохая идея. Это что за ребусы? Твою мать. Давай. Ага. Все, я понял. Держись. Ага, есть. Все. Давай, не хочет. Сейчас вот так тогда сделаем. Вот я, видишь, случайно как-то все испоганил, и теперь мне все это приходится наверстывать. Так, стой. Ать. Нет, куда? Тут стой. Ага, все, нормально, стоит. А, так, как бы тебя теперь вынуть отсюда? Интересный вопрос. Интересный, очень интересный вопрос. Как бы мне тебя... О, вот так, да, точно, давай вот так. Из-под низу. Сейчас я тебя выбью отсюда. Ой-ой-ой. А, сука. Ох уж эти загадки. Особенно на логику. Сколько мы это будем тут делать? Смотри, сейчас план капкан. Все, да, блин. Мне нужно отцепить вот эту штуку. Ага. Так, все, ты вниз. Держись внизу. Так, тебя к камню я прицеплю. Ага. Так. Нет, стой, хуйня какая-то выходит. Нет. Слушай, может я и без тебя справлюсь? Ага. Так.
Зацепись, пожалуйста, к нему. Давай. Так, так. Ну и что я сделал? Давайте пониже опустим. Есть. Пожалуйста, зацепись за него. Иди поверху, сука. Ой, да иди ты нахуй. Без тебя справимся. Я надеюсь, мы без него-то справимся. О-о-о, так, стой. Стой. Сюда. Сюда пошел. Так. Оп. Нет. Ой, твою мать. Ну все. Это конец. Давай, я хотя бы два камня затащу. Так, все, ребят, стойте. Стойте тут. Так. Интересно. Что же нам теперь делать? Так. Сюда. Просто почему ты вообще в ту сторону-то пошел? Нет. Нет, это плохо. Это плохо. Мне нужно залезть на камень. Я могу залезть на камень? Могу так сделать. Тоже неплохо. Тоже сойдет. Тоже хорошо. Давай, поднимайся. Поднимайся. А, ну я еще могу вот это делать. Да, дело. Это тоже поможет? Это поможет? Скажите, пожалуйста. Насколько просто это будет долго? О, я тут камень не прикрепил. Сейчас он, если мы все-таки правильно все с тобой сделаем, он тоже упадет. Мне нужно его тоже зафиксировать. Вот так. Ну давай. Ну конечно, с камнями быстрее будет. Но камень я потерял. Видишь, он в жопе в самой. Давай, пожалуйста, давай. Он вообще поднимается или нет? Поднимается, хорошо. О, я устал. Давай. Хорошо получается. О, боже мой. Так, я падать начинаю. Так. Надо тебя максимально натянуть туда. Нет, ты так не тянись. Ты тянись вот сюда. Вот сюда тянись. Да, это мы быстро тоже не пройдем. Я думал, сейчас пробежимся. А тут все что-то как-то... Все плохо. Так. Если я тебя... Ну все. Так, он держится вот здесь. Все, я его зафиксировал, вроде как. Мне нужно вот этого сюда пригнать. Каким-то образом. Каким-то волшебным, чудесным образом нужно его сюда пригнать. Ой-ой-ой-ой. Так. Блин, тут все мешаются мне в эти... Давай. Есть, получилось. Что с этим-то делать? Тут я его никак, мне его типа через низ только тащить. А, все, мне этого достаточно будет? Нет, только не падай, я тебе должен был зафиксировать. Нет. Фиксируйся. Так, скажите мне, что я могу залезть уже. Все, отлично, значит мне этот не нужен был. О боже мой. Итак. А, тут прям много плавать придется. Ну, наверх нельзя, слушай, наверх нельзя, потому что, видишь, я пытаюсь зацепиться. Он ни за что не цепляется. Хотя вот сюда можно. А нет, это грязь. Мы поплыли. Как тут звук забавно сделали, мне нравится. Звук неплохой. Ого. А я тебя знаю. И за что это там зацепился-то? За что-то зацепился. Опа! Попался.
Так, ну одна сложная загадка мне уже поддалась. Нужна другая. Но полегче. Полегче мне нужна загадка. Это ускоряет время. Так, держись, схватись. Вот так, отлично. То есть это все грязь. Мы даже соскальзываем. Как тут это неудобно все выглядит. О, получилось? Супер. Так, на обратный путь у нас паутина есть. Но наверх туда нельзя. Наверх нельзя. Мы там все... Да, все нормально. Мы прям по чуть-чуть, заметь, мы прям идем прям ровненькой дорожкой. А, так, что у нас за задание, кстати? Добыть топливо. Все, это последнее задание, которое есть. А тут не отмечается, что мы уже взяли. Ну, это не беда. Еще, кстати, очень много стикеров должно быть. Так, тут все грязь. Нет, тут не все грязь. Значит, я цепляю вот так. Это поможет нам когда-нибудь. За что, за что, за что? А тут и даже цепляться не за что. Вот ветка. Подожди, ветка. Сюда. Ха-ха, вот так вот. Получилось, получилось. Я хитрый. О, иди ко мне. Ты ко мне идешь? А, иди сюда. Слопал. Сюда прикрепляем. Аккуратно. Короче, я понял. Вся моя проблема была в том, что я тороплюсь. Тут главное не торопиться, тут идти по чуть-чуть. Это такая игра, знаешь, вот просто музычка такая идет. Как бы тебе сказать? Такая... такая... драйвовая, что ли. Типа он тебя заставляет, эта музыка тебя заставляет. Ай, ай, быстрее, 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 быстрее. А вот так, вот так, вот так я все сделал, я все сделал. Все как положено. Я просто уже понял, что тут надо делать это постоянно. Вот эти вот ходы для себя же нужно делать постоянно. Это потом поможет вообще, вот очень сильно поможет. Нам потом будет очень легко все это делать. Возвращаться, еще куда-то доходить, переходить. Так, ну тут очень мало всего, я тебе скажу. Это даже странно, просто после вот этого, где там вон глянь, сколько всего, а тут почти ничего. Но я думаю, скоро мы придем к моменту, когда тут будет тоже очень много всего. А, это все грязь. Подожди, так, ты сюда прикрепи. Грязь-то нам зачем? Так, по чуть-чуть спускаемся. А, тут прям опять! Да гребаные качели! Можно без качели обойтись? Так, я так понимаю, нам это тоже все нужно будет. Вот это для чего? Я же не задыхаюсь. Это мне не нужно место. И что я должен сделать? То есть вот там что-то есть на том островке? Да вроде ничего не было, там вроде просто камень. Да, там просто камень. И что нужно сделать? Так, я вот так. Опа, есть. А, просто нужно подняться. Просто ее нужно поднять вверх. Да блин, я и так выпрыгиваю хорошо. Надо просто повторить то, что мы сделали. Сейчас я как повторю. Да я уже так не повторю. Вот так. Бляха-муха. Ай, меня толкнуло. Все ясно, все ясно. Это неповторимо. И как я все это должен таскать? Скажите, пожалуйста. Как я туда в прошлый раз-то попал? Я не могу попасть туда. Что за прикол? А если я сейчас как раскачаюсь? А я сейчас вот так сделаю. И что вы мне скажете? И вот так, как я сейчас разгонюсь. Ясно. Вот, молодец. Ну давай тащить.
Вот эти штуки туда все. Вот это плохо получилось. Вот это плохо получилось. Ты же... Ага. Так, только вот эту я зря уничтожил, я вон ту штуку. Ага, паутину вот эту. Ну давай я вас все отсюда выставлю наружу. О, ну я не такой сильный, видимо, как мне казалось. Я думал, что... Блин, да что такое? Я думал, что паук с лазером это уже очень сильно. Но почему-то он две деревяшки. Давай, давай, туда, все. Просто, а вот эти как я доставать должен? Ну все, скажите, что там уже все нормально. Он так не поднимет? Я просто не хочу все это таскать. Это много, это долго, это много. Это жопа. Ты можешь выше прыгнуть? Что за приколы? Зачем тут такие загадки? Так. Вот сюда. Ну давай вот так. Давай я тебя буду поднимать сюда. Ну и вот куда он поплыл? Куда вот вы... все плавает? Серьезно, я должен это как-то... Что мне с этим делать? Я забрался на него почти. Но его уносит почему-то в ту сторону. Че, издеваешься? Все, сюда нельзя. Все, сюда нельзя, я сказал. Сюда нельзя. Давай, давай, туда. Молодец. А, мне вас что, чисто вот так выбивать? А я куда-то глубоко уплыл-то. Получилось? Слушай, да вроде получается. О! Давай я тебе еще вот так. Это поможет? Это поможет? Слушай, да вроде помогает. Это вроде помогает, вроде помогает. Даже деревяшки начинают падать. А деревяшки, не падайте, не падайте. Не падайте, не падайте, не падайте. Ать. Вы друг дружку держите, вы друг дружку держите, не отпускайте. Все, получилось. Нет, 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 нет. Так. Я сейчас схвачусь. Ох уж эта музыка. Опа, получилось. А. Это хорошо. Так, еще одна. Еще две. А хоть одну я поймаю сегодня. Оп, одну поймал. А почему ты за нее начинаешь с ней лететь? Ты же тяжелый паук. Есть. Блять, и куда ты меня ведешь? Поднимайся вверх, вверх, поднимайся. Ай, ладно, хрен с тобой. Что у нас по карте? Так, я смогу подняться? Да, хорошо, что я смогу подняться обратно. Ну, тут все, грязь. Ну, ты знаешь, что удобно? То есть, хоть тут вот эти много неудобных моментов. С вот этими вот паршивыми качелями. Но тут хотя бы, есть, ну, такая, линейность. То есть ты в целом понимаешь, куда тебе идти надо. То есть вот я сейчас что-то сделал, и я сейчас не понимаю вообще ни хрена, где я нахожусь. Вот что это такое вообще за место? И как я сюда попал? Ага, ясно. Ясно. Блин. Так, я вот это смогу куда-нибудь... вот так. Куда-нибудь туда. Нет, не могу. Но я могу вот... Так. А? Ага, получилось, получилось. Это... Я думал, еще раз получилось. Но не получилось. Опа. Еще одна. Я тебя сейчас съем. Так, сюда нельзя. Получается, куда нам можно? То есть, вот так нам можно. То есть я правильно место в целом пролетел.
А, ну смотри. По идее, там должно быть... как будто летел жук. Еще и тут есть жук? Нет, я тут всех собрал. Так, и что? А, вот за это хватается, да? Так. Если за это хватается, то мне нужно как-то сделать быстро. Вот так, это быстро сделал. Да, отлично. И вниз. Вот, смотри, это сокращенный путь теперь я сделал. Я понял суть игры. Проходим и делаем сокращенные пути себе. Это, в принципе, несложно. А будет хоть кто-нибудь? Я пока никого не встретил. Никаких жуков. То есть, ради чего мы сейчас это все делаем? Хоть кто-нибудь, появитесь, пожалуйста. Так, это у нас уже кокона, да? А то я тут хожу, брожу один. Ну вот что-то, пошли какие-то постройки. Так, ну вверх вообще он тут не цепляется. Это мне что-то нужно будет тут таскать. Осторожно, оползни. Да я в целом-то не удивлен. Так, тут он не цепляется. То есть, я понимаю, что нужно вытащить оттуда... Да что такое? Деревяшку. Деревяшку туда вытащить. Вытащи деревяшку. Нет, не так. Вытаскивай ее. Мне оттуда залезть? Вот так, да меня зажует же тут. О, перемолят паука сейчас. Ага. То есть у нас получается уже два пути, правильно? То есть вниз и вверх. Вниз и вверх. Да. Ну, я предлагаю сначала вниз пойти. Потому что, видишь, тут как и с ульем что-то будет вверху. Поэтому самое основное мы можем сделать внизу. Там, где оползни. Или это смерть? Да нет, слушай, что-то есть. О, это я помню. Глянь, как мы катаемся. Ну тут просто... А как мне потом вернуться? Прикинь, это просто выход. Это просто сокращенный, сука, выход. Да нет. Что? Нахуя? Вот это да. Ну ты понял, да? Ну ты понял. Ты еще тут, друг? Бать, как же мне отсюда выйти? Я уже не помню ничего. Вот это жесткая подстава была. Это жесткая ненужная подстава. Ну, оно бы, понимаешь, оно бы сработало классно, если бы сначала я был бы у них, потом я пошел к муравью. То есть в этом плане это было бы, конечно, очень классно, очень удобно, прикольно. Но так как у нас сейчас это получилось, это вообще ни разу не прикольно, не круто. Потому что мы у муравьев уже все прошли, и тут уже делать абсолютно нечего. Они вон тут только ходят парами. Мне теперь еще нужно повыше забраться. Что-то фризить начало. Ты за что-нибудь зацепишься? Вот тут тоже, по идее, нам бы поделать вот всякие такие штуки. Чтоб они были удобными нам. Да, вот типа того. Во-во-во-во-во. А то что тут? Ага, вот сюда. Супер. Блин, нам опять столько бежать. Но ничего. Для этого мы и делали вот эти все проходы. Подожди, а если я возьму себе скейт? Я буду быстрее передвигаться? Я взял доску. Я только... главное не потерять ее. Он просто финтит. И все, я без доски.
ладно, хрен с ним. Побежали. По крайней мере, тут уже все готово. Ой-ой-ой, тихо. Это уже радует. Выбрались. Вот, тут тоже вот так по-хорошему сделать. Ага. Ага. Ага, ага, вот так. Путь-то долгий. То есть они хотят сказать, что вот тут вот внизу ничего не будет? Ну, как и здесь, да? Но тут, глянь, река, я думал, тут как-то... Тут-то как будто ничего не должно быть. А тут как будто должно. А, подожди, у нас же там все схвачено. Че это я? Подожди, а я где? Нет, что-то еще не... Я попутал места. Ой-ой-ой, я попутал места. Ну, я уже сообразил. Так, опа. Ага, сюда. Вот это хорошо получилось. Сюда. Проходим. А, вот тут сейчас будет... или что сейчас тут будет? Ага, вот эта штука. Нет, 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 пожалуйста. Поторопился я, чуть-чуть поторопился. Вот так. Есть. Отлично. То есть вот откуда муравей упал. Он на какой-то хер заполз, куда его не просили. Это что за прикол? Хватись. Да, вот так. Вот так, отлично. То есть он что-то у жуков делал, короче, там. Муравей-то этот. Они его взяли и сбросили, как в Спарте. Сказали, это Спарта, и он по грязи полетел. Самый низ к себе в шахты. Но меня смущает, что мы пока вообще еще никого не увидели здесь. То есть все, оползни. Оползни — это обман, запомни. Оползни — это вообще лютая хрень. А я залезу сюда как-нибудь, нет? Есть. Я хоть как-то могу путь-то поудобнее сделать. Вот так. Замечательно. Ага. Так. Все, отлично, пришли. Вот тут-то мы еще не были. Себе помощь обязательно оставляем помощь. Это что, цепляйся? Ты что меня за дурачка держишь? Цепляйся за все, за все, что можно. Ой-ой-ой, подожди. Ладно, давай с тобой поговорим. Ой, да вас тут много, ребята. Привет, подруга. Добро пожаловать в Новозаград. Новозаград. Все? Ты меня привет. Ты мэр этого Новозаграда, да? Толкание огромного навозного шарика — одно из лучших упражнений. Привет, подруга. А ты... А мы будем плясать с вами? Глянь, вот это у меня охрана со мной танцует. Мои телохранители. Свежий навоз — лучше навоз. Это бесспорно. С тобой вообще не поспоришь. Навоз — это вещь. Из-за него все растет. О, здравствуйте. Тут кто-то еще будет? Тут все, да, всех взяли. А это что? Это все, да? Это все куда? А, тут видишь как? Тут не умираешь. Тут ты летишь. Тут ты летишь просто вниз. Вот как с тем... с оползнями с этими. То есть, если вспомнить, как мы улетали в... у пчел. Так, ну... Смотри, мы нашли вот этих ребят. Дальше к навозу уже тогда в следующей серии двинемся. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим видео с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить нового видео. Всего.